Севастополь прошел полпути к коллективному иммунитету против коронавируса. Такое заявление сделал директор департамента здравоохранения правительства Севастополя Виталий Денисов. По его словам, первым компонентом препарата от COVID-19 в городе привились уже 126 245 человек. Это половина от запланированного количества вакцинированных. Полностью завершили вакцинацию 112 436 севастопольцев. Первым компонентом уже половина нашей расчетной цифры, 53% от всего подлежащего контингента уже привиты. На прошлом аппаратном выдавали поручение посмотреть процент недоходов на второй компонент. Значит, на сегодняшний день 3,8%, по России 4,8%, то есть мы подтянулись, эту работу усилили, оповещения, обзвоны, ну и повторное приглашение все-таки на второй компонент. Понятно, дошли, что люди, да? Отпуск, отдых, но тем не менее люди замотивированы, приходят. Виталий Денисов добавил, что во всех пунктах вакцинации в наличии имеется 20 тысяч доз всех зарегистрированных в России препаратов от коронавируса. В среднем прививаются 500 человек в день.